Сельдерей – одна из самых популярных пряных культур. Характеризуется насыщенным вкусом, лечебными свойствами и содержит большое количество витаминов. Вырастить сельдерей у себя на участке может даже начинающий садовод. Главное – соблюдать технологию выращивания и правила агротехники, которые мы подробно разберем в этом видео. Для черешкового и корневого сельдерея очень важно обилие света, а вот листовые сорта можно высаживать в полутени, благодаря чему их аромат будет только насыщеннее. Все разновидности сельдерея любят влажную почву, но не выносят застоя влаги. Почва для выращивания сельдерея должна быть плодородной, легкой и рыхлой, поэтому ее следует подготовить заранее. С осени землю перекапывают вилами, удаляют сорняки, вносят органику одно ведро на квадратный метр два, фосфорные и калийные удобрения. Помимо этого в нее подсыпают золу или доломитовую муку в пропорции 350-450 грамм на квадратный метр в слабокислую почву, 700-900 грамм на квадратный метр в кислую почву, 100-150 грамм на квадратный метр в щелочную почву, чтобы обогатить ее кальцием и магнием. Все разновидности сельдерея отличаются длительным вегетационным периодом. Корневые сорта формируют урожай в течение 140-190 дней. Черешковые – 100-150 дней. Листовые сорта – 90-110 дней. Поэтому их рекомендуется выращивать через рассаду. Семена корневых сортов высевают на рассаду в конце января, начале февраля, а черешковые и листовые – со второй половины февраля до середины марта. Семена сельдерея содержат большое количество эфирных масел, поэтому очень тяжело всходят. Ускорить их прорастание поможет предварительная подготовка. Первый вариант. Замочить семена на сутки в воде с температурой около 60 градусов, при этом воду нужно периодически менять, чтобы она всегда была горячей. Второй вариант. Замочить семена на полчаса в стакане воды с добавлением нескольких капель перекиси водорода. Это поможет смыть эфирное масло. После замачивания семена следует выложить на бумагу и подсушить до сыпучести. Для посева рекомендуется использовать ящики или пластиковые контейнеры. Перед посадкой семян почву нужно хорошо полить. Затем рассыпать семена по поверхности на расстоянии 3 см друг от друга, не заделывая. Посадочную емкость следует накрыть пищевой пленкой для сохранения высокой влажности, но раз в день ее нужно проветривать, чтобы не образовалась плесень. До появления всхода в почву нужно постоянно увлажнять, лучше всего из пульверизатора с мелким распылением. Температуру следует поддерживать на уровне плюс 25 градусов. Когда у всходов появляются первые настоящие листочки, пленку убирают. Еще неделю ящик с рассадой держат в тепле, а потом переносят в более прохладное и светлое место с температурой воздуха около 15 градусов тепла, чтобы сеянцы не вытянулись. Когда у всходов появляется по 3-4 настоящих листочка, их пересаживают из ящика в отдельные емкости. Например, в пластиковые стаканчики объемом 0,2 литра с дренажными отверстиями, чтобы при поливе влага не застаивалась. Когда придет время пересадки в открытый грунт, рассада должна быть закаленной. За неделю до высадки сельдерей следует выносить на балкон или улицу, иметь несколько крепких, настоящих листочков и развитую корневую систему. В открытый грунт корневой сельдерей высаживают во второй половине апреля, а листовые – черешковый – в середине мая, когда почва прогреется до плюс 8 градусов. Если весна теплая и ранняя, то листовые сорта можно сразу сеять в открытый грунт во второй половине апреля. В грунт сельдерей высаживают рядками, расстояние между которыми должно составлять 50-60 см, а расстояние между растениями подбирается в зависимости от сорта. 15-20 см для листовых сортов, 20 см для черешковых, 40 см для корневых сортов. Растения, посаженные слишком густо, рискуют не получить нужного количества питательных веществ и света. После посадки почву нужно обильно полить, укрывать сельдерей не обязательно, так как он может выдерживать заморозки до минус 5 градусов. Уход за сельдереем в открытом грунте включает в себя полив, подкормки и окучивание. Однако следует учитывать то, что агротехника у каждого вида растения разная. Листовой сельдерей. Листовой сельдерей предпочитает, чтобы почва всегда была немного влажной. Поэтому после полива землю рекомендуется мульчировать сеном или соломой, чтобы влага не испарялась слишком быстро. Если почва на вашем участке плодородная, то можно обойтись без подкормок. Если бедная, то подкармливать сельдерей следует два раза. Первую подкормку вносят через пару недель после высадки рассады в открытый грунт, либо через месяц, если семена сеяли сразу на грядке. Землю заправляют органикой. Вы можете купить готовое удобрение в магазине,
либо приготовить настой коровика, разбавленного водой в пропорции 1 к 10, или куриного помета в пропорции 1 к 25. На 1 квадратный метр необходимо внести 10 литров удобрения. Вторую подкормку вносят через месяц после первой, те же удобрения и дозы. Черешковый сельдерей – это наиболее прихотливый вид, требующий тщательного ухода. В данном случае за влажностью почвы необходимо следить особо внимательно. Если почва будет сухой, то побеги сельдерея вырастут грубыми и горькими. Если почва будет слишком влажной, побеги могут загнить. За сезон черешковый сельдерей следует удобрять раза. Первую подкормку вносят органику через 2-3 недели после высадки рассады в грунт. Подойдет готовое удобрение из магазина, либо настой коровика, разбавленного водой в пропорции 1 к 10, или куриного помета в пропорции 1 к 25. На 1 квадратный метр необходимо внести 10 литров удобрения. Вторую подкормку вносят спустя несколько недель после первой в виде комплексных минеральных удобрений. Лучше всего подойдет нитрофоска, которая содержит 11% азота. Важно помнить, что избыток азота в сочетании может привести к растрескиванию черешков. Когда стебли сельдерея начнут утолщаться, его необходимо окучить на высоту в 10 см. Однако перед этим следует срезать тонкие черешки, а место среза присыпать углем. Остальные побеги рекомендуется связать в том месте, где начинаются листья, чтобы черешки не падали на землю и не ломались. В конце июля стебли необходимо обернуть дышащим материалом, крафт-бумагой или нетканкой, на всю длину и не снимать его до уборки урожая. Это позволит защитить черешки от солнечных лучей, благодаря чему они приобретут нежный вкус. Корневой сельдерей. В первой половине лета почва для корневого сельдерея постоянно должна быть слегка влажной. Со второй половины июля полив необходимо сократить до 1 раза в неделю, иначе корнеплоды вырастут водянистыми и будут плохо храниться. Вносить подкормки нужно только весной перед посадкой. На 1 квадратный метр необходимо равномерно рассыпать 3-4 килограмма органики. По 1 столовой ложке калийной соли, суперфосфата и аммиачной селитры и заделать их в почву граблями. Сбор урожая сельдерея. Листовой сельдерей. С середины лета с листового сельдерея начинают собирать зелень. Лучше всего делать это выборочно, по несколько веточек с каждого куста. Черешковый сельдерей. В конце августа начинают собирать урожай с черешкового сельдерея. С каждого кустика рекомендуется выламывать по 5 самых крупных черешков. В сентябре растения выкапывают вместе с корнями, но кусты с мелкими черешками можно оставить дозревать до октября. Корневой сельдерей. В конце августа начинают выборочно выкапывать корневой сельдерей размером 6-8 см. Это необходимо для того, чтобы другие корнеплоды могли набрать больше массы благодаря освободившемуся месту. Основной урожай собирают в конце сентября-начале октября, после первых легких заморозков. Рекомендации. За месяц до уборки у сельдерея нужно обрезать нижние листья. Выкапывать сельдерей нужно аккуратно вилами, либо просто выдергивать их из почвы за ботву. После уборки ботву обрезают таким образом, чтобы остались черешки длиной около 2 см. Затем корнеплоды сушат на улице или в помещении в течение нескольких часов, а после отправляют на хранение. Правила хранения сельдерея. Листовой сельдерей. Листья сельдерея можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней, если поставить их в емкость с водой. Но на зиму их лучше заморозить или засушить. Черешковый сельдерей. Черешки сельдерея могут храниться в холодильнике около 2 недель. Но лучше всего они хранятся в подвале. Если куст выкопать целиком вместе с корнями, а затем прикопать в ящик с песком, тогда сельдерей будет храниться до 2 месяцев. Также черешки, как и листья, можно заморозить на зиму. В размороженном виде их можно тушить, запекать и добавлять в блюдо. Корневой сельдерей. Оптимальный вариант для хранения корнеплодов – сложить их в ящик, засыпать песком и отправить в погреб, поддерживая температуру воздуха от +2 до +4 градусов.